Привет, ребята! Приветствую на своем канале, живу рекой, ну и лесом тоже. В общем, короче говоря, приехали за пистиками. Кто не знает, пистики – это самая классная еда по весне. Как крапивный суп, как вот можно пистишный суп делать, пистишные пироги. В общем, сейчас покажу, сколько их тут дофига и много. Так, где они у нас? Где они у нас? Вот он пистик. Вот он. Вот это пистики. Вот такое вот растение. Интересное. Вот. Его можно кушать. Но только чистить надо вот эту вот шкурку. Одной рукой, конечно, неудобно показывать. Вот эту шкурочку, вот эту черненькие шкурочки чистим. И сейчас покажу, как. Попробую показать. Так, вот у меня один еще лежит. Этот уже подрос побольше. Вот, ну сейчас еще посмотрим, походим. А, вот они торчат. Вот их сразу видно. Тынь-тынь, два. Тынь. Такие чик. Чик. И, короче, вот. Тоже. Да полно их тут. Вот. Вообще полно. Можно сказать, с места можно не отходить. Вот это самое, как бы этот уже начал. Такой черный перерастать. А вот этот уже перерос. Вот он. Он уже негодный. То есть, как бы. Кушать-то его можно, он не стал отравленным, ничего, но он уже пожестче будет. Не такой вкусный. Вон их целое. Целый выводок здесь. Тынь. Там. Короче, здесь. Ой, вот. Прямо там. И, короче, вот. Таким образом ходим и собираем весеннюю витаминную еду. Красота. Весна. Вот в такой позе приблизительно все это происходит. Красота, весна. Как раз организму нужны витамины, аминокислоты. Там что там еще? Всякое такое. Сейчас покажу, как чистить. Так вот мы, наверное, сюда пристроимся. Так, как-то. Как-то так, да? Будет удобно. Это уберем, чтобы не мешало тут. Вот он, пистик. И вот эту шкурочку. Так вот по кругу раз. Вот эту раз. И желательно бы еще вот, вот саму, вот на самом пистике. Вот она, вот на самой вершинке. Вот. Вот. Остается у нас вот такая вот штукеранция. Здесь тоже, соответственно. Раз, можно просто бошку. Хотя ножка у него тоже такая сочная. Чик. Вот. Еще можно почистить. Нога тоже сочная. Ногу, короче говоря, мне так неудобно, конечно, тут. Ой, все, уронил. Короче, вот. Вот такая пища. Пища, блин. Вот, короче, вот такая пища. Нас ожидает ближайшее будущее, если обстановка... Вы понимаете, какая обстановка не изменится. Вот. Вот такая вот. Такие пистики, такая еда. Очень вкусно. Вкусно и полезно. Нормально. Зачетно. А когда это в пирогах с лучком, с яйцом,
Ну, наверное, сало там не помешает. Вообще зачетно. Так что все за пистиками. А, кстати, перерастают быстро. Вот мы были первый раз позавчера. В траве их еще не видно было. Собирали только по дороге, где травы поменьше. Вот. А сейчас они из травы вылезли. Еще завтра можно собирать. Послезавтра уже перерастут. Будут жесткие. Приятного аппетита. Заходите в гости. Ждем.